на канале «Россия-1» состоится премьера 4-серийной мелодрамы «Все, что захочешь», выход которой ожидается 22 января. В центре сюжета сериала Нина. Она потомственный повар, счастливая жена и мама. Дочь пошла по ее стопам учиться на кондитера и мечтает о стажировке во Франции. Семья Нины рушится в один момент, когда Нина застает мужа с любовницей. Не в силах простить предательство, она выгоняет неверного супруга из квартиры и подает на развод. Нина решает начать жизнь с нуля, а заодно осуществить давнюю мечту открыть собственное семейное кафе. Случайно она знакомится с обаятельным молодым человеком Альбертом. Новый поклонник окружает ее такой любовью и вниманием, что Нина ни на секунду не сомневается, она встретила своего принца. Но красивая сказка неожиданно превращается в кошмар, из которого, кажется, нет выхода. Главные роли в сериале исполнят Ольга Алексей, Александр Константинов, Михаил Гаврилов, Виктор Васильев и другие. Премьера 4-серийной мелодрамы «Все, что захочешь» состоится 22 января на канале «Россия-1». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.